компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Девятого мая в Кызыле состоялся ежегодный торжественный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Под песню «Священная война» на площадь Арата знаменная группа военнослужащих почетного караула 55-й отдельной мотострелковой горной бригады внесла государственные флаги России, Тувы и Знамя Победы. Далее парад принял начальник Кызылского гарнизона, командир 55-й отдельной бригады Рамиль Ибатуллин. Товарищ полковник, войска Кызыльского гарнизона во знаменовании победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом подполковник Куличков. Начальник Кызылского гарнизона поприветствовал парадные расчеты федеральных структур и ведомств, а также самых юных участников парада, воспитанников Кызылского президентского кадетского училища, Тувинского кадетского корпуса и участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! После сообщения о том, что войска Кызылского гарнизона готовы к началу парада, глава Тувы поздравил ветеранов, жителей и гостей республики со знаменательной датой. Дорогие, милые ветераны, весь мир был поражен вашим массовым героизмом и отвагой. И эту память о вашем бессмертном подвиге не стереть никому и никогда. Она болью и гордостью выжжена в сердце каждого из нас. Ведь не было у нашей Родины дома, куда бы ни проходили треугольники писем с фронта. Не было семьи, где не плакали бы над своей похоронкой. Сегодня у вас особенный день, радостный и скорбный. День, когда рядом с вами встают и проходят в колоннах бессмертных полков ваши боевые товарищи. В ходе праздничного мероприятия также был озвучен приветственный адрес от имени министра обороны России, героя России Сергея Шойгу. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Победы. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира. Успехов в труде, службе на благо Отечества. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу. В первых рядах за происходящим наблюдали почетные граждане республики и самые главные гости Парада Победы – ветераны Великой Отечественной войны. Парадное шествие открыл взвод барабанщиков Кызылского президентского кадетского училища. Далее торжественным маршем прошли знаменные группы и парадные расчеты 55-й отдельной мотострелковой горной бригады. В частности, расчет подразделений связи и противовоздушной обороны. Мимо трибуны проходит парадный расчет мотострелков, который возглавляет командир 6-й мотострелковой горной роты капитан Алексей Гуреев. Парадный расчет проходит в современном комплекте боевого снаряжения «Ратник». Далее торжественным маршем прошли пограничники, полицейские, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, спасатели, судебные приставы, курсанты военной кафедры Тувинского госуниверситета и кадеты. Дебютантами нынешнего парада победы стала колонна военной и специальной техники, находящейся на вооружении 55-й отдельной мотострелковой горной бригады. Мимо трибун проходит колонна военной и специальной техники, находящейся на вооружении 55-й отдельной мотострелковой бригады. Возглавляет колонну начальник автомобильной службы капитан Андрей Николаев. После окончания шествия парадных расчетов сводный хор мужчин во главе с председателем правительства республики исполнил легендарную песню на музыку Давида Тухманова «Слова Владимира Харитонова. День Победы» под руководством военного дирижера Петра Черникова.
Завершился торжественный парад колонны бессмертного полка, участников которого с каждым годом становится все больше. Каждый нес транспарант с фотографией своего героя, которые в тылу или на передовой в годы страшной войны сражались за мир. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза, легендарного танкиста Хамушко Намгаевича Чургуёла. Сегодня в Кызыле, на площади Победы, в Фунделене Барунхимского района, селе, где он родился, Бертаге Тескемского района, где похоронен, а также в Москве, в Зале Славы на Поклонной горе, где выбиты имена более чем 10 тысяч героев Советского Союза, состоялась церемония возложения цветов. Памяти героя будет посвящен 18 мая в селе Пертаг масштабный военно-патриотический фестиваль. Хамушко Чургуёл 20 мая 1943 года в составе первой группы добровольцев Тувинской Народной Республики отправился на фронт. С января следующего года за сбор, транспортирование, обезвреживание и захоронение мусора начнут отвечать региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами. В Туве на днях подвели итоги конкурса, объявленного ранее на сайте госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Тувы. На конкурс поступили 3 заявки, а 2 красноярских общих с ограниченной ответственностью. Это управляющие компании «Енисей Плюс» и «СТТБО», а также Кызылского муниципального унитарного предприятия «Благоустройство». По итогам заседания комиссии конкурс выиграла красноярская фирма ООО «СТТБО». Для оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия применяла порядок, установленный пунктами 69-75 правил проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов России конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. С 25 по 27 мая в Кызыле состоится 19-я межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Тыва-Экспо». На нынешней экспозиции свои товары и услуги представят более 60 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также республик Хакасия и Тува. Об этом сообщает Министерство экономики. Коллективная экспозиция Тувы традиционно будет сформирована из числа местных товаропроизводителей под брендом «Сделано в Туве». «Тыва-Экспо» будет состоять из 3 крупных разделов. Это строительство, туризм, энергетика, товары народного потребления и продукты питания. В текущем году мероприятие будет приурочено к неделе предпринимательства, а также проведение дней Уфсаймака Монголии в Республике Тыва с участием представителей бизнеса соседней Монголии. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 1 копейка, евро 75 рублей 4 копейки. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – фантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Местный житель подозревается в убийстве супружеской пары. 8 мая в правоохранительный орган Улухемского района поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в городе Шагонар тел супругов 60 и 56 лет с признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 2 лиц». По версии следствия, 8 мая 2018 года около часа ночи подозреваемый проник в квартиру ранее знакомых потерпевших с целью хищения денежных средств. Супруги, заметив подозреваемого, оказали ему сопротивление, после чего последний нанес множественные удары, от чего потерпевшие скончались на месте происшествия. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, проводится сбор материала для назначения необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. Thank you.
22 мая глава Рособрнадзора в ходе горячей линии ответит на вопрос об организации государственной итоговой аттестации. В этом году горячая линия, посвященная проведению итоговых экзаменов, пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования в 12:00 по московскому времени. Заместитель министра образования и науки России, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, их родителей и педагогов. В настоящее время на официальных страницах ЕГЭ и ГИА в социальных сетях уже начался прием вопросов. В летний период запланировано открытие 198 оздоровительных лагерей с охватом свыше 19 тысяч детей с 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению. В том числе по линии Миноборнауки 176 лагерей, Агентство по делам семьи и детей 18 лагерей. Два профсоюзных лагеря Чагатай и Серебрянка примут 930 детей. Два лагеря Орленок и Отчизна 630 детей. В 23 загородных лагерях отдохнут более 5 тысяч несовершеннолетних, в 174 лагерях с дневным пребыванием около 14 тысяч, в однопалаточном 30 детей. Открытие дневных лагерей по реестру запланировано с 1 по 24 июня, загородных лагерей с 6 по 15 июня, палаточного лагеря с 15 июля. Двадцать 5 мая в Республиканском медицинском колледже пройдет вторая межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы питания населения». Тема конференции посвящена такому важному вопросу, как здоровое питание населения республики. Прозвучат доклады о тувинских традиционных продуктах питания, о влиянии на здоровье зубов национального традиционного питания коренного населения, а также о результатах деятельности школ рационального питания и другое. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Спонсор выпуска «Погода» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 19, плюс 21. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах.